милые женщины, вы находитесь в великолепном периоде своей жизни. Я не могу сказать, что он самый простой, но он великолепен. Когда-то вы подобное переживали в подростковом возрасте, когда у вас менялись гормоны, менялся гормональный фон. Но тогда вам это списывали. Ну что, подросток, что с него возьмешь? Сейчас немножко сложнее. Просто женщина в 35 начинает понимать, что что-то происходит. Продолжает работать. Женщина в 40, сцепив зубы, работает. А женщина в 45 и старше, у нее просто колбасит. Почему? Потому что те гормональные бури, которые сейчас происходят в вашем организме, они мешают вам эффективно работать. И очень часто эти бури — повод для того, чтобы написать заявление, чаще по собственному желанию. И тогда вы начинаете искать работу. Вы знаете, я врач, физиотерапевт, диетолог Борис Качко. Более 25 лет занимаюсь лечением различных болезней. И прекрасно вас понимаю. В одной из передач, вы знаете, я сказал, что женщине по факту рождения нужно ставить памятник как герою Советского Союза. За две вещи. Способность выдерживать менструальный цикл и нас, мужчин. Я вас понимаю прекрасно. Я понимаю, что если вы будете просто хаотично плыть, ну да, пожалуйста, лодка без паруса, без весел, в бушующем море, вот это ваше состояние сегодня. Я предлагаю вам надежные паруса и хорошие весла. Может быть, и хороший двигатель. Поэтому у меня есть вам два предложения. Предложение первое касается, собственно, вашего физиологического состояния. Я знаю, как улучшить работу вашей печени. И вот те гормональные бури, которые не дают вам сегодня эффективно работать, строить свою личную жизнь, они будут более такие уравновешенные, более комфортные. И все у вас получится. Предложение второе. Если вы искали работу, то вы можете работать не только над своим здоровьем, но и своим благосостоянием. Работать сегодня можно по-разному. Можно работать дома, можно работать в интернете. Вот я сейчас нахожусь перед вами, а на самом деле я могу быть совершенно в ином месте. Я могу быть в Киеве, а могу быть где-то за границей. Могу быть где-то на море или в горах. А мое видео работает. Я предлагаю вам легкую работу через интернет без ограничения заработка. Вы можете легко и просто построить свой собственный бизнес. И тогда вам некому будет писать заявление об уходе, потому что вы сами будете руководителем своего собственного бизнеса. Поэтому, если вам такое предложение интересно, контакты вы видите, моя почта вы видите, пишите в почту. Я вас прошу, не звоните вначале по телефону. Мой телефон просто красный. Напишите в почту немножко о себе и что вы хотите достичь в этой жизни. Я думаю, что мы с вами найдем общий язык.